Всем привет! Вы на канале Дневник Повара. Сегодня мы будем готовить жаркое с грибами и с курицей. Для приготовления нашего жаркое нам понадобится курица, филе, бедро, любая часть курицы. Можно с костью, можно без кости. Грибы. У меня замороженные маслята. Вы можете сушеные, любые грибы использовать. Я добавлю еще кабачки и картошка. Зелень, соль, паприка, лавровый лист, чеснок и чуть-чуть острого перца. Для начала мы порежем картошку крупным кубиком на 4 части. Картошки у меня примерно 0,5 килограмма. Порезали мы картошку, примерно вот такой вот кубик, средний. И нужно ее чуть-чуть обжарить в масле, чтобы она при варке, приготовке не развалилась. Я использую казан с толстым дном. Сейчас будем закидывать. Казан у меня уже нагрелся. Закидываем нашу картошку в казан. О, я не ту плиту включил. Сейчас нагреется быстренько. Что наша картошка нагрелась, спускаем ее. Ой, масло. Не картошка, масло. И обжариваем ее до полуготовности. Картошка наша уже начинает поджариваться, прилипать. Ее можно вытаскивать. Самое главное, чтобы она не приготовилась, ну, не прожарилась. Была полусырая, то при тушении она потом будет вообще как пюре. Все, сейчас масло чуть-чуть нагреется и закидываем мясо. Друзья, еще забыл, что это, морковку будем ложить, и лук я на блендере потру. А можно кубиком порезать или полукольцами, по желанию. Пока у нас дожаривается мясо, я вот уже перетер лук на блендере. Кажется, такая получилась. Морковку я порежу соломкой.
морковочку нарезали, лучок натерли. Пойдемте смотреть, что с мясом. В принципе, мясо готово. Давайте выключим его. Обжарим сейчас морковку и начнем добавлять все ингредиенты. Морковка подрумянилась у нас, отдала цвет свой. Масло теперь у нас желтого цвета. Теперь добавляем грибочки. Все дело перемешиваем. Еще чуть-чуть обжариваем. Добавляем картошку. Также все перемешиваем. Извиняюсь. Мясо. Ну там сколько сока. Заливаем водой. Примерно 300 грамм. Ну, воды, в общем, наливайте столько, сколько вам хочется, и смотрите по своей кастрюле, там, в чем вы жарите, готовите. Примерно, чтобы вот так вот было. Пока не солим, не перчим, закрываем крышкой и тушим примерно 20 минут. Друзья, у меня тут произошло такое дело. Я думал, я включил видео, оказывается, не включил видео и ингредиенты все положил. В общем, у меня покипело 20 минут, все, картошка проварилась. Я добавил сейчас сюда пол столовой ложки соли, 1,5 столовых ложки паприки красной, добавил чуть-чуть семян острого перца, чеснок и лавровый лист. Сейчас я еще добавляю сюда лук протертый, который наш. Добавил кабачки в последнюю очередь. Как же так-то, а? И оставил на 5 минут еще томиться. В принципе, у нас уже все готово сейчас. Ароматами всеми все пропитается. Кабачок дойдет. Посмотрите, какой цвет красивый стал. Вкуснятина. Пока наше мясо доготавливается, порежу зелень. У меня петрушка. Какой запах стоит. Чувствуете? Чувствуете? Очень вкусно.
пахнет. Ну что, приготовили мы наше замечательное жаркое. Очень вкусно, по запаху, по крайней мере. Сейчас попробуем на вкус это все дело. Очень вкусно. Очень вкусно получилось. Обязательно пробуйте, готовьте, экспериментируйте. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Спасибо за просмотр.